Много не ночи. Болит. Ну как? Зуб надо вести прорезает прямо через десну. У меня, короче, болит. Сильно. Еще и душно. Мне, короче, не уснуть, я решила выйти в эфир. Это капец просто. Два дня на обезболивающих. Это жесть. Актива вообще нет, но я не знаю. ТикТок вообще не дает актив. Я знаю, да, надо. Я перестану плачу. Take it to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be.
ребят, стучим так. Ну, спасибо. Ей 2,5 года уже. Вот. И в декабре 3 годика будет. Скоро садик идет. А вы что не спите, Андрей, так поздно? Ну, как сказать, я не планирую сейчас, где я работала. Я, скорее всего, буду вести эфиры в ТикТоке и параллельно там закончу курс и на себя буду работать, потому что как бы не хочется ни больше на кого-то работать. А, про дочку, да? Ну да. Нам вот, мы тут, короче, всех врачей прошли, нам остался окулист и этот, и лор. Но они типа в отпуске, а мы хотим в гости к маме съездить еще. Вот. Поэтому... Ну, постепенно все проходим, короче. Да, в садик пойдет, я же говорю. Всем лайки. Determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The